сегодня и только у нас музыкальная клоунада «Фантасмагория» Елены Павляновой по миниатюрам Антоши Чехонте. Спешите видеть, весь вечер на ковре артисты камерного хора и артисты театра современного танца в сопровождении оркестра. Художественное руководство и дрессура Ольга Селезнева и Адик Абдурахманов. Вы будете потрясены! Представление начинается! Вы слышали, генерал это штабное? У генерала дочь на выданье. Так тоже. Не может.
послал. И тут его в гостиной увидала. Thank you.
Ваше благородие, прикажете
спасите. Приятно, очень приятно,
гимназии вместе учились. А помнишь, как тебя дразнили? А помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом. 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 За то, что под его звезд ты прожег. Thank you.
напомна. Для чего-то там, ведь мы с тобой друзья детства, чему это чило почитание. Помилуйте, что вы милостивое внимание вашего превосходительства, это живительное благо, это вот ваше превосходительство, сын мой Нафанен, а это же на лысо рожденное вам судьбами разбить. Случай тут, почему тут, это ты зачем, палец? По какому это случай тут? О, кричал, о, кричал. Я спрашиваю последний раз. Ваше благородие, никого не трогаю. И вдруг эта подлая, подлая, хватит меня за палец, за палец. Вы меня извините, но я человек, который работающий. Пущай не заплатят, потому я этим пальцем, может быть, неделю не пошевелю этого ваше благородие. И в законе нет, что по твари терпеть, такое терпеть, такое терпеть. Ежели всякий будет кусаться, лучше и не жить на свете. Я ему
хозяин, и составляй протокол. А собаку истребить надо немедля. Она, наверное, бешеная. Да это никак генерала Ришалова. Соскучились по братцы, а я и не знал.
очень рад, так это ихняя собачка. Очень рад, возьми ее, скажи, что я нашел. Собачонка, ничего себе, шустрая какая. А ты, болван, опусти руку, нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Я еще доберусь до тебя. Я не рай, сама правда.
вашества, ежели припомните вашества, чихнул я, извините. Бог знает что, какие пустяки вам, что угодно. Нет, этого так нельзя оставлять. Говорить не хочет, сердится, значит, а я ему объясню, что я не нарочно, нечаянно вашество. Ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то есть чувства я могу сказать, раскаяние не нарочно вашество. Милости, сдарь! Ежели осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства я могу сказать раскаяние. Не нарочно сами же изволите знать ваше дно. Пошел вон! Что? Thank you.
слушание в свое дело. Уж не ты ли его подпоил? Не после денежки его ты выпустил? Разрушил ты это слышать. Не как он помер. Смеяться хотел. Смеяться. Смеяться.